Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «То блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у нас в студії ради вітати Ольгу Зубко, це власниця піар-агенції. Сьогодні ми з тобою будемо розмовляти на дуже цікаві, важливі теми. В першу чергу хочу привітати всіх батьків і всіх дітей з Днем захисту дітей від батьків, да? Чи, ну, я жартую, з захисту дітей. Ми маємо їх захищати не тільки фізично, да, в цьому сенсі, але й душу дітей берегти. Чому я до цієї теми звертаюся? Тому що я бачив твій блог, і там ти зацепила дуже таку... Йдеться річ про... П'ятий клас, тобто у нас же проводяться онлайн-конференції, обучають дітей. І для п'ятого класу зробили, для англійської мови, зробили включення безпосередньо з Великої Британії. Давайте от зараз подивимось, що нас зачепило. Це якісь, знаєте, будні Содома і Гоморри. To go to church, and as you know, I really like color. So I actually had a very colorful Easter basket, pink. And one of my girlfriends embroidered me a bright рушничок. Ми подивилися зараз на чудову жінку, леді, міс, хто ще вона там, чи може вона містер, тому що вона зараз сказала, що дуже любить такого кольору рушнички вона робити зі своєю подругою. Це все, що ти услышав? Не все, тому що я трошечки насправді вражений от тим, що я побачив, і я не до кінця розумію, що взагалі відбувається. Ну, во-первых, я її нежно називаю лесбі-бабушка. По-другому никак. То есть, понимаете, ну, мало того, что, да, мы говорим о толерантности, мы такие толерантные, хорошо, мы уже к этому привыкли, окна Авертона двинулись, и мы к этому уже относимся, в принципе, толерантно. Но почему почему наши дети должны в этом жить? Почему мы должны трубить об этом на каждом углу? То есть, это уже не толерантность, это уже мы прививаем, правильно, какие-то там ужасно сумбурные ценности нашим детям. И вот эта бабушка говорит, нет, не о своей подруге, потому что girlfriend – это девушка. Вот у этой лесби-бабушки есть девушка, с которой она робит какие-то там рушнички на Великдень. То есть, понимаете, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Они празднуют Великдень, но они празднуют Великдень своей нетрадиционной семьей. Это просто отвратительно, и эта тема для меня очень больная, потому что у меня старшая дочка переходит во второй класс, младшая вот подрастает, пойдет в школу, но это же отвратительно, это же безумие какое-то. Почему наши дети должны там же, скоро мы с вами, вот как это сказать, традиционные, да, будем ходить парадами и просить нетрадиционных, а толерантности, правильно? Ну, мы будем ходить парадами, а нас будут бить нетрадиционные, да, да. Так правильно, как там в Евангелии сказано, да, скоро будет один нормальный, а 9 ненормальных, и все будут 9 ненормальных считать одного нормального ненормальным. Извините за тавтологію. Ну, це, в принципі, такі події ми бачили десь років 15 тому, вони починалися на Заході. І зараз я бачу, що ми все ж відстаємо від Заходу. Ми тільки через 15 років почали вже це викладати нашим дітям. Извини, я переб'ю, уже ж наоборот, Запад как-то наоборот отходит більше к темі сімейних цінностей, да? Если говорить там о Трампе, который будет бороться за кресло президента вновь, то он уже ближе склонен к семейным ценностям, и он уже прямо протестует против вот этих вот парадов и всего, если слышал последнее его интервью. То есть как-то уже все начинают прививать другие ценности, а мы проснулись. Понимаете, ценности и вот то, что нам прививают, это разные вещи. Нам не нужна Европа ценностная, нам нужна Европа с их правильным отношением к закону, к законодательству, к законопослушности, но никак не к ценностям, которые нам чужды, нашему менталитету. Ну, мы знов починаємо хвалити цей захід, а от у мене є така тема, де ми можемо пишатися нашим народом. Тому що, от, наприклад, Ігор Віталійович... Перемога.
перемоги. Ігор Віталійович Луценко на своєму на сторінці в Фейсбуці написав, що ми молодці, тому що коли у нас відбувався Майдан, то ми себе поводили дуже чемно. Тобто ми сиділи на Майдані, але ніякі магазини ми не трощили, як це, наприклад, зараз роблять американці. От, твоє враження? Ми можемо цим пишатися, що ми себе… Ми лучше патріоти, чим вони, правильно, я розумію? Ми краще себе… Ми більш такі культурні люди, виховані. Ну, это вообще естественно. Но давайте начнем с того, что у них там Майдан, да, по другому поводу абсолютно, да. Почему? Потому что убили афроамериканца, полицейские. И для них, ты видишь, какой это показатель. Они устраивают Майданы, устраивают акции протеста. В 70 городах, если я не ошибаюсь, да, уже комендантский час установлен. А у нас в стране вот это вот, как это сказать, бессилие органов правоохранительных абсолютно нормально. В нашей стране абсолютно нормально, когда набухавшаяся полиция убивает мальчика. В нашей стране абсолютно нормально, когда в Кагарлыке изнасиловал полицейский женщину, правильно? И, кстати, если там говорится о комендантском часе и так далее, то у нас на это все всем наплевать абсолютно. И когда Геращенко Антона спросили, должен ли Аваков уйти в отставку после того, что случилось в Кагарлыке, он сказал: «А какие есть вообще к этому предпосылки? Какие ваши доказательства? Почему это вдруг?» То есть у нас Аваков, понимаете, у нас Аваков уже как этот, как дедушка Ленин в мавзолее, которого не могут вынести. Только дедушка Ленин хоть что-то сделал для своей страны, да, Аваков ничего не сделал, но он тут усиленно сидит ни вперед ногами, ни назад, никак его не вынесешь. Но это уже абсолютно другая тема и про другую власть. Ну, кстати, власть меняется, а Аваков нет. Принаймні, щось, якась стабільність у нас десь є. Так що ми можемо тільки порадіти цьому. І також у нас знов була така, ну, яскрава подія, яка підняла настрій всім нашим патріотам. Це я кажу про те, що Ілон Маск, він запустив двох космонавтів до Міжнародної космічної станції. На жаль, американці не мають часу для того, щоб святкувати це, бо там вони на шопінгу зараз знаходяться, там в розбитих вітринах ще залишається достатньо багато речей. Чорна п'ятниця. Так, дуже чорна п'ятниця і вже так кожен день. Так символічно вийшло, зараз назвуть мене расисткою. Я не об этой чорній п'ятниці. Афропятниця. Афропятниця, так. Вони святкують і вони не помітили те, що астронавти полетіли до МКС, але наші патріоти, вони за всіх американців просто підняли такий шквал в соціальних мережах і дуже сильно це святкують. І я вже розумію, що Гагарін – це не перша, а десь третя людина після цих двох астронавтів. Нам же нечого святкувати. Наші ж та не літають нікуди в космос. Вони не знають, що таке космос, правильно? В Україні. В принципі, ми можемо попрацювати над тим, щоб у нас з'явилося якесь своє відділення космонавтики, да, тому що те, що у нас приймається в принципі в Верховній Раді, іноді можна вважати це якимось… Міністерство космонавтики можна зробити, правильно? І всіх космонавтів туди відправити. Ну тоді хто залишиться в Верховній Раді? У мене вопрос. Они там в Верховній Раді я вважаю, що має залишитися лише пан Порошенко, тому що він… Явний президент. Це людина… Як ти відносишся до того, щоб він займався і культурою, і мистецтвом? Ты сейчас о наболевшем, да, о картинах. Да. Ну, надо сказать спасибо, что человек приобщает нас во время карантина к искусству. Ну, разве нет? Ну, вообще, на самом деле… Мы можем сейчас поехать в Видень… И выпить каву, и подивить оперу, так, правильно? Так, да, да. Я согласна. Смотри, вообще, на самом деле, Порошенко устроил троллинг 80-го левела. Всех вот нас, нашей страны, и вообще вот… Человек, который, ну, да, я не помню фамилию, я скажу так, что Порошенко в итоге сам у себя купил картины, правильно? Потому что это были офшорные деньги, он купил коллекцию, заплатил, да, официально около 5 миллионов, или миллионов, по-моему, да, долларов за эти картины, потом эти картины выставил, когда на него там надавили, он выставил в золотых рамочках вот эти вот платежни-доручения, но платежни-доручения были зарегистрированы на фирму, которая являлась окончательно бенефициаром Рошена, липецкой фабрики Рошен, и вообще, в принципе, это всего Рошен. Это случайность, я понимаю, это случайность, но Порошенко таким образом нас всех с вами заткнул за пояс и потроллил в очередной раз. И особенно после того, как вышел последний этот перечень Forbes, да, где Порошенко занял почетное 3-е место, заработав за годы президентства и вообще за последний год от 100 миллионов до миллиарда долларов, и это мы еще не будем точно говорить,
потому что он потерял липецкую фабрику, у него разорилось здесь несколько предприятий, но он заработал, в то время как Ахметов, извини, потерял 10 миллиардов. Я не говорю, что он классный, чому но сам факт. Чому українці не вміють порадитися за людину, яка в ці складні часи все знаходить в собі сили, знаходить в нас ресурси для того, щоб збільшувати... Ну вот, теперь его слоган дополнился. Армия, вера, мова, второе место в Forbes. Правильно? Так. Да. И называется «Учитесь, вот эти вот козлы, не умеющие зарабатывать из Форбса, как правильно любить страну, точнее, бывать страну». Ох, ну да, само так. Нет, нормально, нормально. Коли душа, ні слов не викинеш. Да, душа, коли просить, можна іноді. Так душа в нашій країні просить постійно, дуже стримувати себе намагаюся. А от хотілося б тебе запитати наступне. Деякі люди кажуть, що взагалі оця вся ситуація з картинами, вона була спеціально зроблена заради того, щоб ми не звертали увагу на ті перемовини, які проводив пан Петро Олексійович з Байденом. От дійсно, зараз ми не чуємо серед наших каналів розмови, щоб ми поверталися до того питання. Ну, чому? Ви звали ж його на допроси по двум делам, то есть по делу с Байденом и по вот этому вот делу. Ну, на допрос он не пришел, потому что выставку открывал. Вот это еще, еще одно доказательство троллинга 80-го левла. Все, на всех, извините, положил большой и толстый список Forbes. Не знаю, как по-другому сказать. То есть человек просто наплевал, наплевательски относится ко всему. Ну и давайте будем честными, ну никогда его не посадят. Потому что вот эти вот 75, которые голосовали против него, сейчас работают на вот эти 25, которые голосовали за него. То есть ты не веришь в то, что пан Зеленский, когда он на початку своей каденции сказал, что будет сажать, и сказал, что вырок... Ну, да, він тоді точно не казав, кому саме він вирок. Ну, ми тепер вже знаємо, що нам, правильно? Ну, от прям так, немає ніякого просвіту. Ну, я нікому не вірю. Я сама голосувала за нього, тому що я голосувала проти Порошенка. Ну, тепер розумію, що за кого б я не проголосувала, нічого б в нашій країні не змінилося. К сожалению, ми тільки потратили бешеные бабки на вибори. От і все. А Зеленський багато чого обіцяв. Він обіцяв по поводу квот на телевидении. Але останню новость, ти ж як чоловік, який працює на телевидении, знаєш, да? О тому, що Нацрада во главі з Герасим'ю всім викатала претензію. Ми не допрацьовуємо. Не допрацьовуєте. Тобто він раніше говорив, що буде змінятися квотування, а тепер претензія по поводу того, що ви не перевиполняєте норми українського язика. Я вот прям, зная украинский язык, не хочу принципиально переходить на украинский язык, потому что гидко. Извините. А мне просто цікаво, ну, чому у людини так змінюється світогляд? Я не знаю, чи може він якісь додаткові лекції читає, або йому викладають отакі викладачі з Великобританії? Тому що дійсно таке враження, що от тиждень назад була одна людина, потім тиждень проходить, і щось нове. Ну, не тільки, не тільки. В принципі, так. Загалом, що може на людей таким чином впливати так сильно, що вони... Власть, деньги, домінірування. Ну, во-первых, многие говорят о том, что, может быть, потому что он не делает ничего, потому что ему не позволяют, потому что вот, ну, нету такой да, возможности. Да, я завжди це люблю. Ну, это самое крутое гарний, оправдание. Почему, бояре погані, да. Да, почему не делают? Потому что вот ему не позволяют. Но, с другой стороны, человек, который обещал, он-то знал, куда он идет, он знал, что ему не будет позволять там, не будет позволять тут, и он хоть что-то мог бы сделать, да? Ну, согласись, что продать землю, да, вот этот закон принять, было намного сложнее, чем принять какое-то квотирование, правильно, за которое быстро проголосовала Рада. И какие-то там, это было бы намного сложнее, чем быстренько обрубать закон по языковой. Или остановить медреформу. Ну, намного же это дольше процесс с миллионом правок. А мы делаем что-то такое, то, что нам надо, причем, опять же, ночью и без вот этих вот правильных процедур, да? Но зато то, что надо людям и то, что мы обещали, мы не делаем. Ну... А як ти ставишся до тої ідеї, знов я повертаюся до того, що людина казала одне, потім виходить трошки інше. Коли відбувався брифінг, прес-конференція пана президента, він казав приблизно наступне, що не буде змінюватися оплата комунальних послуг, тобто збільшуватись тарифи не будуть.
Але... Ти на якої прес-конференції? На прошлої, не на цьому? Ну, кожен раз минулої, на минулої. На минулої. Там, де вони сиділи, там напроти буковки «З» і три крапочки, я не знаю, це земля чи це щось ще. Там, ну, це... Земля – це да. Ти не так, хочеш так, в ефірі говорити правду? Ну, завуальовано. Да. Щось, кожна людина сама буде додумовувати, що це малося на увазі. Але, повертаючись до питання стосовно тарифів, нещодавно ми дізналися, що був підписаний меморандум з МВФ, де ми беремо обов'язки на себе, що ми збільшимо тарифи, що ми доробимо все ж цю медичну реформу, яку започаткувала пані Супрун, ну і прочі такі гарні, цікаві речі, які, на жаль, чомусь не подобаються нашим громадянам. Ну, ты же оправдание слышал или не слышал, что эти все штучки мы должны, не могу сформулировать, должны выполнить, да, чтобы нам дали транш. Как только нам дадут транш, мы быстренько это все отменим. Как будто бы в Европе сидят одни дебилы, да? И вот они прям ждут, пока мы дать нам транш, и мы такие все отменим, и они нам даже пальчиком не пригрозят. То есть такое оправдание я слышала. Но на самом деле, ну, это же так круто. Ну, ты понимаешь, это же 200-й просто уровень издевательства над людьми, когда ты говоришь в лицо одно, а делаешь вообще абсолютно противоположно другое, и тебе верят. И как сказал президент на этой же конференции, что теперь у него не 73% по данным Центра Разумкова, а 75%. То есть Разумков, наверное, ему врет или скрывает правду для того, чтобы не расстраивался Владимир Александрович, потому что потом как сыграет печальную песню на рояле чем-нибудь. В принципе, я все ж розумію, що Володимир Олександрович в якійсь омані знаходиться, і ну, ти вважаєш, що немає цих 75%? Я думаю, що нету уже даже 45%. О которых говорили центры нормальные, то есть не Разумкова, не тот центр, который может теоретически сказать неправду, да, говорили о 45, я думаю, что их уже нет. И знаете, с каждым законом, с каждой неделей в Раде все сдвигается и сдвигается вот эта вот черточка на полпроцентика, на одну долю процентика, и вот тебе и результат будет. И, кстати, Владимир Александрович уже не отрицает того, что он будет баллотироваться на второй срок, а я говорила о том, что вот этому не верьте. Нет, все, ну, когда приходят, я хочу захистити пана президента, тому що він, я так пам'ятаю, його запитали: пане президенте, ви йдете на другий срок? Він каже: я подумаю, у мене є чим думати, я подумаю, якщо народ мене обере, то якщо... Ну, після цього він сказав по процентам, що людям то нравиться, люди то довольні. А, тобто, да, ти одразу зв'язала першу розмову. Да, то есть он сейчас свалит все на нас. То есть мы-то хотим, мы-то просили его баллотироваться, мы-то его поддерживаем, значит, почему бы и нет. Ну, и... Як ти вважаєш, взагалі, оце все, що відбувається, воно, в принципі, ми так розуміємо, що якимось чином трошечки допомагають Сполучені Штати Америки. Так чи ні? На твою думку. Ну, вообще, в принципе, с прошлой властью это бы связало, наверное, да. А тут, ну, мне кажется, после случая, когда господин Путин подарил Трампу мяч и сказал, что мяч теперь на вашей стороне, не думаю, что Америка будет нам помогать с развалом нашей страны. Мне кажется, что она теперь будет играть в другие ворота, и Зеленский ее не устраивает. Президент Сполучених Штатів Америки розбереться в своїх питаннях, які зараз виникають. Ну так, але йому-то теж, розумієш, з іншої сторони, йому потрібні такі патріоти, як ми. Хто навчить його робити правильні революції? Ну, не Байден же навчить. А у нас досвіду вистачає. А у нас, понятне діло. Це треба запам'ятати, про наш досвід. Його треба розповсюджувати, допомагати всім, щоб всім на цьому світі стало краще. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. В Броварах кілька чоловік устроїли перестрілку. Прямо утром вот взяли і устроїли. В одному з жилих районів все, конечно, стрелявшие уже задержаны. И по предварительной информации, это были такие себе разборки между маршрутчиками, которые не смогли поделить рынок после выхода с карантина. Руководство МВД кивает, конечно же, на коррупцию. Это МВД, ну, ни при чем. Они просто не могут быть причастны априори. Почему? Потому что Сунцеликий Аваков. А это все коррупция, которую развели в маршруточном бизнесе чиновники и политики в Киевской области.
области. В то же время полиция заявляет, что стрельба началась из-за конфликта легальных маршруточников с черными перевозчиками, которые расплодились во время карантина. А это уже прямая ответственность МВД. Предлагаю разобраться в этой истории, а также подумать над таким моментом, что на самом деле, вот мы жалуемся, что у нас 90-е, преступность, но нам есть куда стремиться еще. Что я имею в виду? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Яркое видео утренней вооруженной потасовки опубликовал местный житель Александр Ткаченко. В комментариях к этому видео самая частая реакция пользователей – вернулись 90-е. На видео заметно, как довольно большая группа молодых людей ведут в одну сторону огонь. Примечательно, что, получается, все они держат дистанцию. Не смешно. Оппоненты этой группировки в кадре не видны. При этом стреляющие практически не скрываются. Они открыто прогуливаются с оружием то по дороге, то по тротуару. То есть, в принципе, можно предположить, что по ним ответного огня нет. На дороге при этом стоит белый микроавтобус. Не исключено, что эта боевая группировка приехала именно на нем. Рядом с ним два черных легковых автомобиля, в которых, судя по дальнейшим фото полиции, хранилось оружие. Участников перестрелки 20-30 человек. Не маленькая группа, я вам так скажу. Пользователи броварских всяких там групп в соцсетях говорят, что конфликт начался после того, как легальные перевозчики начали призывать пассажиров не садиться в левые маршрутки. А теперь версии полиции, они, как всегда, интересные и очень занимательные. В первоначальной версии Киевской областной полиции в броварах произошел конфликт. Официально зарегистрированные перевозчики схватились с нелегальными. Последние развернули свою работу во время карантина, когда официально транспорт из Броваров в Киев не ездил. О стрельбе на одной из улиц стало известно в 7:15 утра, и полиция говорит, что они буквально через несколько минут уже были на месте событий. Фотографии всех задержанных были опубликованы, ну, скажем, не симпатичные. Задержанными оказались гости, прибывшие в Бровары из других регионов Украины. У них изъято оружие, открыто уголовное производство по статье «Хулиганство» 296, часть 4, с применением оружия. Хулиганы. Со своей версией инцидента, конечно же, уже выступил замминистра МВД Антон Геращенко. Без него вообще ни одно расследование не обходится. Точнее, он уже все расследует еще до того, как полиция приехала на место событий, мне кажется. По его словам, разборку вообще устроили не перевозчики, а их крыша. Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. То есть это отличается от основной версии полиции, что стычка была между легальными и нелегальными перевозчиками. По его словам, также пострадало 3 человека, у них ранения пулевые, а изъятое оружие травматическое и охотничье. Также были опубликованы фотографии арсенала оружейного. Там немало всего, скажем так. Позже инцидент прокомментировал и сам Аваков. Снизошел. Он заявил, что виновато вообще руководство Киева и области, которое развело коррупцию в перевозках. Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции, определение квот перевозчиков, привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить. 10 задержанных уже массовое задержание продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны. У вас троеточие прогнило. Что конкретно имел в виду под прогнившим троеточием Арсен Аваков? Возможно, днище, но такой же вопрос, собственно, и к Авакову. У него тоже троеточие прогнило. И это мы видим по событиям прошлой и этой недели. Как минимум и плюс до этого еще куча нераскрытых дел с участием полиции, которую
Они же и покрывают. Ведь еще раз повторюсь, официальная версия полиции, что схватились между собой легальные и нелегальные перевозчики. Поэтому вопросов пока больше не к квотам властей, а, собственно, к работе полиции, которая почему-то, хотя понятно, в принципе, почему, сквозь пальцы смотрела на расцветающий рынок нелегальных перевозок во время карантина. Все, в общем, возмущаются, что у нас в последнее время вернулись 90-е. Люди на улице гуляют с оружием, стреляют, когда хотят, в кого хотят, и полиция с этим абсолютно ничего не делает. Ну, знаете, что я вам скажу? Мы не дотягиваем до американского Миннеаполиса, штата Миннесота. Для тех, кто не в курсе, что там произошло, вкратце рассказываю. В Америке сейчас это тема номер один. Протесты в Миннеаполисе после убийства чернокожего мужчины белым полицейским. Силовики применили к протестующим, которые требовали честного правосудия, газ и шумовые гранаты. Один из митингующих скончался, темнокожий. Копов, которые участвовали в задержании погибшего, уволили. С заявлением даже выступил президент Дональд Трамп. И в Миннеаполисе сейчас, ну, так как у нас было примерно на Крещатике во времена Майдана. Все в огне, в пепле, в дыму. И в городе, судя по кадрам, которые можно спокойно найти в открытом доступе в интернете, много раненых. В общем, 25 мая в городе Миннеаполис произошло задержание темнокожего. Если поподробнее, Джорджа Флойда, именно так звали погибшего афроамериканца, приняли по подозрению в использовании поддельного чека на сумму $20 в магазине. Видео задержания действительно ужасное. Видно, как полицейский довольно продолжительное время стоит коленом на шее человека. Несмотря на то, что Флойд повторял о том, что он не может дышать, полицейский не прекращал давить ему на горло. Вскоре задерживаемый мужчина потерял сознание, его доставили в больницу, но спасти его не удалось. В свое оправдание копы заявили, что были столь жестоки к Флойду, потому что тот сопротивлялся. Хотя на кадрах, если честно, этого не видно, и оружие при нем не нашли. Важно также отметить, что удушающий прием, который был предпринят этим копом, в Америке не разрешен. И в итоге там началась такая себе врадиевка по Миннеаполиски. Копов уволили, по ним идет какое-то расследование даже с участием ФБР, но тем не менее жители города не верят в то, что полицейские понесут ответственность. И уже на следующий день после гибели Флойда на улицу в городе вышли тысячи протестующих, независимо от цвета кожи и социального статуса. Они разрисовывали краской полицейские машины, бросали в силовиков камнями, коктейлями Молотова. В ответ копы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате этих протестов даже погиб один протестующий. Он был застрелен в эпицентре беспорядков. Предположительно, его застрелил владелец ломбарда, который заявил, что мужчина грабил его магазин. Ну и в общем, реакция в том числе американских политиков, звезд просто разносятся по интернету. Но даже несмотря на то, что организаторы митинга призывают протестующих к мирному протесту, некоторые участники акции призывают убивать копов и грабить магазины. Особенно пострадали ликероводочные маркеты. Мне кажется, люди во всем мире одинаковые, знаете. И вот еще несколько удручающих, но очень показательных кадров с места событий в Миннеаполисе. К чему я веду? Напомню, что реформой полиции у нас в Украине занимались как раз наши заокеанские товарищи, у которых сейчас вот это вот все происходит. И чему тут тогда удивляться? Наоборот, судя по тому, что у них, у нас еще цветочки. Хотя, учитывая то, что мы сейчас подписываем в меморандуме МВФ, а об этом я расскажу в следующем блоге, там оптимизация школ, сокращение социальных расходов, взятие под контроль какими-то международными экспертами украинских судов. Далее, другие реформы, медицинская, продолжение войны на Донбассе, что будет способствовать нахождению нелегального оружия у огромного количества людей на территории Украины. В общем, мы можем не только догнать наших американских товарищей, но можем еще спустя какое-то время перегнать. Вот он какой настоящий демократический цивилизованный мир, в который нас постоянно пихают. Нравится? То блогеры Украины. Оля, дуже дякую тобі за те, що ти прийшла до нас сьогодні в студії. На жаль, ми не встигли твій твір послухати. Підписуйтесь на мій Фейсбук і читайте всі мої. Так, обов'язково підписуйтесь на Фейсбук-сторінку Ольги Зубко. Там дуже
багато цікавого ви для себе відкриєте. І там можна матеріться. Так. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ ТОП БЛОГЕРИ України. Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.